Всем доброго времени суток. Спрашивают в личку, чем мониторят производительность системы в играх. Я пользуюсь утилитой MSI Autoburner и решил сделать выпуск по скачиванию и настройке. Ссылку на программу на всякий случай оставлю в описании, а за лайк и подписку буду благодарен. Скачивается архив с утилитой, я ее оттуда же и запустил на установку, и при установке на завершающем этапе происходит установка еще одной. Называется она Riva Tuner Static Server, как я понимаю, через нее и выводится статистика на экран. После того, как все установили, можно сразу же запустить, не перезагружая компьютер, как обычно этого требует программа. У меня вышла новая версия, я ее обновлю, так как с каждым обновлением утилита становится все лучше и стабильнее. Вот установка и завершилась, теперь жмем на значок настройки и открывается следующее меню. Вот в нем-то и нужно все сделать. А именно, выбрать необходимые графики, отметить галочкой и ниже выставить галочку на «Показать OED». После того, как выбрали нужные нам графики, переключаемся на вкладку OED и в переключатель видимости я ставлю цифру 0. Этот параметр служит, чтобы можно было одной кнопкой показать и скрыть мониторинг. А в следующие параметры «Показать OED» и «Спрятать OED» устанавливаю значение кнопок «Page Up» и «Page Down» соответственно. Обычно я выбираю следующие параметры. Загрузку CP, температуру CP, загрузку ОЗУ, частоту кадров и иногда частоту CP. А вообще на вывод показателей очень много. Допустим, если как у меня 8 ядер, то можно выводить все частоты и температуры и загрузки. Тогда весь экран будет забит показателями, такое можно делать, наверное, только в бенчмарке. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.